вы запомнили с диагнозом, в общем. После того, как я родила, мне, в общем, врачи сказали, что вот у тебя очень были сложные роды, и поэтому у тебя осложнение, пошло, сахарный диабет. Вот. И врачи, я узнала о караул-клубе уже спустя год. И вот год врачи ничего со мной не могли сделать. То есть у меня были все вот прелести, скажем так, в кавычках, которые только могут быть. То есть это кто там знает, вот у деток сейчас будет ацетон. У меня было головокружение, тошнота, это вообще сопровождалось все время. Я не могла никак набрать вес. Я была 45 килограмм, и я дальше не двигалась. Вот, ну как бы не набирала вес, что бы я ни делала. То есть это было очень... Я не могла даже своего ребенка на руки взять, потому что, ну, мне просто было тяжело, хотя там ребенку было на тот момент 9 месяцев. Вот, и целый год врачи мне все время там какие-то диеты, лекарства. Это ничего не помогало, а потом я случайно узнала про коралловую воду. Я только услышала слово «щелочная». Вот, мне не нужно было все остальное, что она там еще у него очень много всяких параметров. Потому что мне врачи говорили, ну вот тебе боржоми там не помогает, значит делай сама содовую воду. Чтобы вы понимали, это гадость редкая. Это 2 литра вот кипятка, туда бросаешь целую ложку соды, накасится, и это нужно в течение дня выпить. Это не то, что это противно, но это ужасно. Вот. И тут я попила 2 недели коралловую воду, причем я ее как пила? Я ела все, что мне запрещали врачи. Я думаю, ну, если уж проверять, то уж проверять по максимуму. Через 2 недели, когда я пошла сдавать анализы, мне врачи сказали, ну, наконец-то ты нас послушалась и села на диету. У тебя идеальный просто анализ. Поэтому я потом стала приставать к Лёше, что есть еще, да, начала проходить программу. Вот Лидия Федоровна мне расписала программу, и мне, и тогда и маму я с собой притащила, и ребенка, уже все сразу пришли. И расписали программу мне и маме, и ребенку всем практически одинаково. По результату у меня, я сейчас на сегодняшний день, я прошла уже 3 коловады, там несколько парасетарок, да, питания, у меня уже сейчас всех вот этих вот нюансов нет, и инсулина я уже колю в 3 раза меньше, чем мне вообще как бы прописали врачи. Плюс у моей мамы ушли мигрени, которые ее беспокоили 10 лет. Причем мигрени такие сильные, что ее иногда начальник на руках домой привозил с работы, она не могла даже ходить. Эти мигрени ушли пигментные пятна. Ну, в общем, очень много у мамы самой, у нее колоссальные результаты. Плюс мама тоже не могла набрать вес, сейчас она набрала вес, сейчас другая проблема. Теперь нужно обновлять весь гардероб, потому что она ни во что не влазит. Вот. То есть у ребенка ушла аллергия на молоко. Очень много результатов, да, которые можно рассказывать. Вот. А вот из последних, вот вчера буквально, у меня у сестры муж работает на заводе, и у них было соревнование по плаванию. Вот. И она ему дала утром 2 капсулы H500, в обед 2 капсулы H500, и перед тем, как он выходил уже на соревнование, еще ему было 5 капсул H500, говорит, напей. В общем, он занял 1-е место по заводу и занял 3-е место среди заводов. То есть их завод никогда не входил в тройку. Вот, поэтому он теперь сказал, я про коралловый клуб рассказывать не буду, но сам кушать теперь буду. Друзья, я бы хотел бы сделать акцент на том, что коралловый клуб – это компания в первую очередь для здоровых людей. Да, вот мы здесь слышали диагнозы, но мне очень повезло,